Всем привет! Вы на канале Аринка ТВ, и сегодня у нас будут открываться и птички из Макдональдса к нам приедут, птички из Хэппи Мил. Приедут. Если... Шарик, чтобы открывать, да? Вот с таким шариком мы будем открывать. Шарик из Макдональдса к нам приехал. И мы скажем всем привет! Вы на канале Аринка ТВ, и у нас... Что? Что там в коробочке? Ух ты! В коробочке у нас Happy Meal Angry Birds. Запускай веселье. Кино с 12 мая. Вот так вот. Вот так Аринка с ним быстро расправилась. И у нас тут... Кто же нам тут попался? Вот у нас результаты Аринкиного открывания. Открываем. И мы открываем, что, кто нам тут попался. Кто это такой? Ариночка, кто это? Давай посмотрим. Кто это такой? Это какая-то птичка интересная. Давай. Где коробочка? Вот у нас там в коробочке птичка лежит. Мы сейчас давай птичку открываем. Открывай, Ариночка, давай доставай. И свинка. Что за свинка? Какая свинка? Какая? А зато смотри, какая птичка замечательная. Вот ее подарок. Какая замечательная птичка у нас. У нее есть... Такая красивая. И у нее есть подставочка у птички. У нее есть пудик. Есть. И подставочка. Вот такая вот у нас свинка получилась на подставочке. Вот такая свинка. Свинка залезла на подставочку. А что птичка не любит? Птички не любят, когда свинки залезают на подставочку. Птичка говорит, кыш, кыш. Вот нам попалась из набора. Нам попалась вот эта птичка. Вот эта розовенькая птичка. Да. Держи. Инструкцию тебе дать. Папа, какая птичка нам попалась? Нам попалась вот эта розовенькая маленькая. Красивая птичка. Это тандра. Страшная свинка. Тандра. Ее надо прогнать. А эта свинка страшная? Вот эта свинка страшная? Нет. Это не страшно, это хорошая свинка. Ой, птичка. И птичку Аринка запускает. Ой, улетела птичка. А свинка попала в свинку? Летит птичка обратно. И обратно прилетела к Аринке. Что мы с ней будем делать? Запускать еще разочек будем. Так, давай расскажем всем деткам, как надо запускать птичек. Как надо запускать всех птичек, давай расскажем. Надо что нажимать? Кнопочку нажимать. Он нажимает на кнопочку. Ура! Попали! Ух ты! Как здорово, мы попали. Шарик, чтобы открывать. Мы попали. А свинка обратно лезет. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Я свинка. Я опять хочу залезть на подставочку. Домик, свинка хочет залезть в домик. В птичкин домик. Ариночка, эта свинка залезает в птичкин домик. А летит птичка. И к Аринке прилетела
Вот так, вот так. Ой, полетело. И коринки прилетело. Птичка летела. И к кому прилетела? Коринки. Что надо с птичкой сделать? Погнать. Страшная свинка. Но у нас нету страшной свинки. Вот Ариночке не понравилась вот эта вот страшная свинка. Мне не нравится. Вот это ей не понравилась страшная свинка. Запускать будем? Свинка, кыш из домика. Кыш, свинка из домика. Кыш, свинка из домика, говорит птичка. Как надо сделать кыш из домика? Много там свинок. Много страшных свинок? А какая свинка не страшная? Много одинок не там. Ну, давай уберем. Много одинок. Давай птичку позапускаем, Мариночка. Еще будем птичку запускать? Ух ты! Птичка улетела. Попали! Мы попали! Как здорово! Как здорово Аринка умеет попадать. Вот так вот. Кажется, нам попалась птичка Стелла. И такая свинка. Свинка-пилот. У нас свинка-пилот. Птичка Стелла. Голубенькая подставочка с яичком для птички. Вот мы нажимаем, и она двигается. И кусочек домика свинки сделано для Макдональдса в Китае.